Точки притяжения гостей региона, уровень сервиса в отелях, популярность Верхневолжья. Эти многие темы были в фокусе внимания участников 7-го Тверского туристического форума, который прошел в парке «Россия. Моя история». Подробности у Романа Быкова. Более 300 участников собрал Тверской туристический форум в этом году. Ательеры, руководители турфирм, представители органов власти, гиды. В ходе общения они затронули более десятка тем. От автотуризма до основных тенденций развития отрасли в нашем регионе. Они, по данным областного Минэкономразвития, вполне оптимистичны. В частности, выполнена поставленная 5 лет назад задача вдвое увеличить турпоток. По итогам 2022 года туристический поток Тверской области составил 2,6 миллиона человек. Но у нас еще более амбициозные цели. Мы ожидаем, что в этом году более 2,9 миллионов человек посетят Тверскую область. А к 2026-2027 году мы уверены, что турпоток составит свыше 4 миллионов человек. Среди традиционных проблем отечественного турбизнеса слишком малое количество отелей, работающих по системе «Все включено». Среди оправданий владельцев слишком короткий летний сезон. И вообще не просто просчитать траты даже на среднесрочную перспективу. Гендиректор комплекса «Барская усадьба» Андрей Мартынов, где внедрен all-inclusive, уверен, что эти вопросы решаемы. Большое количество стереотипов, когда мы еще считаем сосиски, мы считаем хлеб, мы не считаем в общем, как бы. Так нельзя считать, нужно считать в процентном соотношении. У нас просто еще плохая экономика. Сейчас это явно видно. И все новые отели, современные отели, которые строят сейчас, они все открываются по системе «Все включено». Еще одним важным фактором привлечения туристов является профессионализм гидов. В нашем регионе успешно работает система их сертификации. И это не просто красивый бейджик на груди. Это проверенные знания в голове у экскурсовода, умение работать с людьми. Без этого сейчас никак. Люди приезжают очень подготовленные. Люди приезжают уже с запросом глубоким, с вопросами, которым также экскурсовод нужно подготовиться, а не по верхушкам. Неудивительно, что такой комплексный подход позволил туризму стать второй по значимости отраслью экономики Тверской области. Отраслью, которая ежегодно создает около 100 рабочих мест. А в ближайшие 4 года, с учетом реализации крупных проектов, в этой сфере смогут трудоустроиться еще около 7 тысяч наших земляков.